Привет, друзья! На Украине появились швейцарские бронемашины первого поколения Mavac Eagle 1. Машина сейчас выпускается в версии Eagle 5. Как машина появилась на Украине, не ясно. Швейцарские власти уже начали расследование, так как ранее Швейцария ввела запрет на реэкспорт своего военного оборудования на Украину. Бронированная машина сопровождения и разведки Eagle 1 разработана в 1995 году на базе американского бронеавтомобиля Humvee, после чего неоднократно модернизировалась. Бронемашина имеет многослойную броню из кевлара, керамики и алюминия, защищающую экипаж от стрелкового оружия. На крыше может устанавливаться башня 7,62 пулеметом и тепловизионным и дневным прицелом. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 160 лошадиных сил и способна развивать скорость 100 км в час. Экипаж машины 5 человек. Машина используется Данией и Швейцарией. 27 машин были куплены частным лицом и находятся в Германии. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.